Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина Тюнина. Рядом со мной добрые молодцы и красные девицы из Новоосланского многопрофильного техникума. И мы будем вам показывать хороводы, танцы и русские игры. Танец волшебной палочки. Что за волшебные палочки? Это наши пальчики, которыми мы можем полечить как себя, так и своего напарника. Как мы начинаем танцевать? У нас пары стоят друг за другом в кругу. Мальчик с правой стороны, девочка с левой стороны. Поворачиваются девочки спиной в круг. И мы начинаем играть в ладошки. Ладошки вместе, ладошки правая, ладошки левая. А вот дальше мы своими пальчиками хлопаем себе по талии и говорим «для себя», лечим себя. Опять ладошки вместе, ладошки вправо, ладошки лево. Тянемся к партнеру «для тебя», говорим. После этого берем за правую руку и крутимся. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, хлопок. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, хлопок. И партнер переходит к другой партнерше. Итак, музыка. Ладошки вместе, ладошки вправо, ладошки влево, для себя. Только. Для себя. Крутимся.